Вступай во фракции, будь в банде. Крутые тачки. Аризона 5, сервер Liberty, промокод Лахма. Вступай в нашу семью. Ссылка в описании. Куда? Меня до доты лобби довези до ОЦ. Он натуришь пожалеет, наверное, он телефон поднял. Садись с другими, я не знаю. Садись с другими, мне такого еще никто не говорил. У тебя натуре стальные яйца вот. Он говорит, я не знаю, где это, говорит. Куда тебе будет? Лахма, куда? В садок, может, поедем к этому Ли, нет? Это где? Подожди, как братуха. Ли, помнишь того Ли? Ли. Который федеральный в тюрьме. Так вот, китайцы. Вот здесь останови там мне, по-братски. Эй, Яхшанлар, ты здесь, да? Алло. Алло. Да-да-да, ты где, Яхшанлар? Сейчас еду в сторону почты. Эй, на почту поезжай, да, на Хаммере, по-братски. Все, давай, ты перезвони. На почте будь, тогда меня жди. Давай. Слышишь, да, это на Хаммере, слышишь, да, на Хаммере? Добрый, да. Наших вяжут на рыбки. Алло. Алло, Агилар! Да. Как ты, отцы? Да, ты кто вообще? Че, типа не узнал, что ли? Нет. Засачаешь? Ты че? Засачаешь и не узнал? Кто? А тормози, да, чё? Кто? Не узнал, да? Нет. Засачаешь? Че? Я говорю, засачаешь, не узнал? Что это обозначает, что ты говоришь? Ну ты чё, не размовляешь мою мову? Ты на украинском пробуешь или чё? Чё ты думал? Ты один, что ли, такой размовляющий здесь? Кто ты? Як справа. Кто ты? А кто ты? Ты смотрел, да, фильм «Кто я»? Ладно, давай, да, пока я занят. Давай, чё, пугаешь, что ли, занят он здесь. Я тоже занят, между прочим, у тебя время черту нашел уже. Алло, Райден, салам алейкум. Здорово. Ты в натуре в Mortal Kombat и больше не появляешься, что ли? Нет. Почему? Да, не знаю. Ты в натуре пригрустил, что с тобой стало? Тебя что, Женька бросила, что ли? Да. А? Да. Бросила, да? Да. Как последнего? Да. Я обсадился, что ли? Что ты там мекаешь, скажи ты мне. Потягивайся ко мне на хату, я тут же один на хате, здесь солнце в окно, здесь балкончик, ай, уй, здесь. А я угонку везу, брат. Не понял. Угонку везу, брат. Что за угонку? Ты фанишь, да, сейчас? Ну, в фоме я этот угонку делаю. Ты под мефом, что ли, осуждаешь? Не, ни в коем случае. Хорошо тогда, сейчас, что на эту тему общаться тогда? Согласен. Ты подъедешь, да? А какой у тебя дом? Бомбовый. А где он? В городе. Пунул. Давай, подтягивайся ко мне. Где он находится, я подтянусь. Ну, здесь в городе находится, ты найдешь сразу самый бомбовый дом, где спросить, я подскажу. Прям бомба? Нереальный. Прям в городе? Прям в городе нереальный дом. Чё, подтянешься? Чё тебе надо, не понял. Чё тебе надо, Чёма? Ну сейчас мне надо, ты в натуре сейчас зарядил, что тебе надо. А что, ты привык с теми общаться, кому что-то надо, что ли? Да. Ну, значит, у тебя проблемы, братан, с твоим окружением. Что тебе надо, понял. Я привык вот так спрашивать у людей. Понял. Ты понял, жесть. Понял. Что, ты такой понятливый, что ли, я не понял? Да, понял. Эй, ты сейчас где, скажи? На улице. В лесу? Да. В лесу, что за имба, нет? Да. Да ты дурачок, нам всё договоришь, давай, да, отдыхай. Давай. Наркоман. Алло. Алло, ты Одиум, да? Да, уже, бля. А у тебя, братуха, Подиум есть, да? Есть этот... Подиум, по-моему. Ты где же находишься? Риэлторка, брат. Где? Риэлторка, брат. Риэлторка? Да, под гетто. А что, ты риэлтор, что ли? Ну да, там... Немного есть. Немного, да? Ты Курбана знаешь, да, молодчего? Курба, Курбу, да, Курбу знаю. Курба, легенда, не? Кто сомневается, скажи? Засачай. А знаешь, что означает засачай? Засадить, нет? Что? Засадить? У тебя проблемы, что ли, с этим? Не знаю, я на логику просто нашел. На логику засачай, это значит засадить, да? Не знаю, наверное. У тебя, по-моему, нехватка будет женского внимания, ну и может мужского, я не знаю, там, типа, кому вообще. А ты как сделал такие выводы? Типа, кому вообще? Ты по кому знаешь, да по кому? Я, ну скажи, только поэтому ты сделал такие выводы, верно? Какие выводы? Которые ты озвучил ранее. Я никакие выводы не делал, у меня все в крипте, ты моросишь? Скажи, бля. Эшли, ты на туре расхумарился, да, сейчас? Туха, если хочешь что решить, давай приезжай, поговорим. Куда приезжать? Риэлторка. Риэлторка под гетто, который находится? Скажи. Под гетто, если я знал бы, где это. Ты же один приедешь, верно? Конечно.
Все понял, брат, все понял. Давай, братуха, увидимся. Давай, давай. Наркоман, да, наркоман. Слушай внимательно, алло. Алло, ты да это танк? Что? Ты. Я, да. Ты танка Эббота бои смотрел, да, хотя бы хоть один бой его? Да? Понравилось тебе? Все понравилось. Или про что ты говоришь, не понял, скажи заново. Ты моросишь? Скажи заново, я не расслышал тебя. Я говорю, ты танка Эббота бои смотрел хоть один? Это кто? Я танк. Ты даже не знаешь, кто такой танк, да? Ты мне что звонишь сейчас, зачем? Как понять, зачем ты мне звонишь? Ты зачем объявление там оставил? Чтоб тебе что, писали, что ли? Да. Ну давай тогда я натяну. Ты моросишь. Моросишь ты, дурачок, жесть. Да иди ты в жопу. Мальчик. Ты вот так прикалываешься, да, с таких моментов? Мальчик, иди сраку. Мальчик, жесть, сраку, жесть. Ты вообще что-то говорил, несёшь. Ты мне что звонишь, скажи мне. Ты что номер оставил в объявлении, просто скажи мне и все. А ты что мне набираешь? А как понять, а для чего ты номер оставил? Ты я вообще... древесину продаю, что ты мне звонишь? Древесина у тебя вместо мозгов, походу, там бываешь, ты такую чанду у несешь. У тебя древесина вместо мозгов. У тебя древесина. Номер оставил, ты говорит, ты что мне звонишь? Ты вообще не в адеквате, ты что ли? Алло, дядя. Хочешь, что ли? Древесина, ты в натуре дровосек же с мозгами, с древесинами. Ты что со мной познакомился? Ты что мне, ты что со мной, шо ли, не шо ли? Ты что в натуре размовляй вообще, что ты несешь, дурачок же? Да я тебя переверну сейчас. Перевернешь ты, жесть. Ты максимум передернешь и спать ляжешь, видел? Дурачок прибитый, жесть. Ты меня видел, жесть. Если бы я тебя видел, тогда последняя наша встреча была бы. Ну туда приезжай на почту, встретимся давай сейчас. На почту, где толпа мусоров, камера, ничего делать нельзя? Ты про эту почту, очкошка? А я, нет, а я убегу, я убегу. Давай, я убегу давай, давай, сейчас подъезжай. Я на почту подъеду, давай, давай. Давай, базар. Алло. Алло. Ты в городе? Я за городом. Кто это? Дурачок, что ли? Алло. Это в городе? Ты чё, блин, номер перепутал, что ли, своей девушки с моим, что ли? Ты чё в натуре так звонишь? Ты где в городе? Ты ещё спросил бы, ты чё делала? Чё ты, где ты, с кем общаешься? Чё занято было? Моросить, что ли, ты? Да. Да. Каблу. Да. Сам такой. Дурачок, ты чё звонишь в натуре сюда? Скажи, там мне просто интересно, эй. По приколу. Искогрыз заморосил, что ли? Допустим. Ходи, да, орешек погрызи, да, хумар разбей, дурачок же есть. На почту отвези до меня, Ваня, по-братски. Куда тебе? На почту. Алло. Алло, алло. Воздух, здравствуйте, а вы где? Я вот здесь подъезжаю уже. Где ты находишься сейчас? Давайте, скажи, пожалуйста. Давайте. Вот где ты? Я где на почте нахожусь. Я тоже на почте, я тоже на почте. А, ты подъехал на Калантаче, я да? Я подъехал на Калантаче, да. Где? Вот это ты, да? Это чмо, это он, представляешь? Я же тебя воздух, черта знаю. Зачем? А зачем вы меня сбиваете? Давайте поговорим. Не понял. Я же эту чепушилу знаю на его походняк, здрасте, смотри, да. Поехали. Дровосей. Я же с ним сегодня рубился. Пойдем-ка отойдем, да. Пойдем поговорим. На его походях смотри, да. Лахма. Тебя что, всю ночь же шпилили, что ли? На него смы, да как бы. Выражение братуху. Подбирайте, пожалуйста. Я да на тебя с... Лахма, слышишь? Мусор, закрой да жопу свою, отойди вообще от меня. Слышь, кто-то подумает, что мы кинты же. Дурак, а ну-ка, отойди-ка. Блин, подожди, сейчас я перезайду. Давай, давай, выскочи. Давай, выскочи. Иди да выскочи, дурачок, умойся. Умойся, да. На тебе. Давай. Как? Да. Да, Лахма, да? Откинь его, все правильно. Ой, ты мой герой, заступайся за меня, ты такой молодец. Как я уверен тебе. Эй, пойдем быстрее куда-нибудь в переулок отойдем, пока мои пацаны увидели, с кем я на хипиш приехал. Ты дурачок, что ли? Ровен Грей, оставь. Это с тобой люди? Ровен Грей, да? Нет, нет, это не со мной люди. А чё они идут с нами? У меня вопрос. Ровен Грей, сбагрись, я тебе говорю. А чё они за тобой идут все? Твою походку видел, отшпилить тебя хочет где-то, дурачок же. Ты чё, возбудился, что ли? Как, братуху, я с кем на хипиш приехал? Хорошо, что это никто не видит, джиз. Я тебя сейчас опозорю. Ты на эту лопату, я слышал, по ночам садишься, а не... На кирка еще. На кирка есть вообще-то. Ты такой натурий дурачор, джиз. Ты дурачор, понятно? Дурачор, джиз. Кому, скажи, не поверят, с дурачортом на хипиш подъехал. Давай лучше обнимемся, давай лучше будем друзьями. Зачем мы ссоримся с собой, слышишь? Мы же люди, мы же не животные, правильно? Давай помиримся, будем друзьями. Ну и ты же по телефону такой кучерявый был на туре, а здесь я приехал, ты на павлина похож. Чё ты там качал, скажи, да мне просто я, интересно. Да, хочу с тобой
Хочу с тобой на перемирие, вижу, ты мужчина серьезный. Не, ты же там что-то качал, я тебе это, я тебе то древесина, дурачок, не дурачок, ты извиниться не хочешь? Я вспомнил, я прошу прощения перед тобой, я хочу с тобой дружить, я больше так никогда не буду. Засачаешь? Да, от всей души хочу тебе пожать руку. Извиниться перед тобой, больше так никогда не буду, честно. Ты чё такой ласковый стал, бывает же, как мои солнце, бывает же из дома. Потому вот... что я видел в тебе настоящего мужчину. Это тебя танк зовут, да? А я в тебе настоящую женщину видел, честно сказать, в моменте. Капец. Ну давай держи ляпу. Эй, у меня замкнулась засовочка, не бьёт. Мужчина, да? Ах ты не мужчина. Давай, давай, иди сюда. Давай, нападай, чё-то. Ага, боишься, да, убегаешь, да? Эй, она замыкает на туре, не работает. Хочешь, я не могу, да? На него прицел взять. Хочешь, ну иди сюда, давай. Ну давай, держи. Чё ты? Видел бой танка, не видел, да? Короче, я не хочу адмиру, я даже... Эй, Пабло, это ты что? Железка всегда есть, одна не Пабло. Никому не говори, что ты меня здесь видел. Никому не говорю, что я тебя здесь видел. Тогда поехали отсюда, если никому не скажешь. Эй, остановись рядом с ним, Пабло, по-братски, остановись рядом с ним, Пабло. Вот здесь вот так останови, вот так встань. Пабло, насида на него, по-братски. Что еще раз? Да, я шучу, поехали, да, Пабло, уезжай отсюда. Тебе сколько лет, Пабло? Мне 14, голос такой, я сам... Красавчик. Там кто был? Это чья машина такая? Ой, кто такой? Оувин Грей там. Незнакомец 204. Паркуемся. Как, братуха, ты реально, Пабло, хочешь его в центре города заставить мусора парковаться под камерой? Да чё он тут делай, едет? Эй, пихаешь за это костюм зайца? Костюм зайца пихаешь? Чё такое пихаешь? Лахман, салам. Это то, что ты каждую ночь себе запихиваешь от своего парня, дурачок же есть. Я восстал из пепла, чёрт, пошли разбираться. Как, братуха? Как ты сказал. Я тебя спалил. Опа, забронежилет. Эй, иди сюда. Мы с тобой не разобрались. На уровне глаз. Эй, оставь пацана, ты чё, маразит, что ли? Эй, ты спасибо, скажи, что тебя не обоссали, дурачок. Иди с этим зайцем погубанься где-нибудь. Лахман, салам алейкум. Валикум салам. Эй, Овен, оставь до этого человека, ну чё ты тоже в натуре? Думаю, ты же тоже ошибался, ты до сих пор в заблуждении, нововведенское чмо же есть. Отпусти пацана, он броник снимет, маску тоже откинь. Я чмо? Кто? Не ты чмо, вон тот чмо в красном галстуке. Он вас оскорбил, сотрудник. Он вас оскорбил, вяжите. За провокационные действия надень наручники на вот это чмо лучше с лопатой, ты представляешь? Что в центре города с лопатой делает? Он меня оскорбил. Заплачь еще же есть. Ты же на туре без пяти минут обоссанный. Овен, я же тебя попросил, я же тебе объяснил. Земля круглая, я тебя поймаю, ты же на туре так будешь делать потом. Какая я плоская, ты же... Эй, отпусти пацана, отпусти просто. Не, если бы не угрожал мне. Нет, не буду, И такой на туре, Овен, черт же за слова отвечаю. Отойдите. Эй, отпусти, пацаны. Овен, ты в натуре, Овен. Я тебе советую вот в масочке, которая у меня сидит, советую тебе выйти, потому что тебя сейчас повяжут еще на этом самом подошве. Кому ты говоришь? Тебе, вот то, что возле меня сидит. Ты дурачок, что ли, там мой младший брат? Да, стреляют, ты все правильно понял уже. Ух, я бы тебя как туда в подвал отвез, чепушилу грязную. Давай, подрезай его, подрезай! Подрезай быстрее, уже почти что до участка доехали. Я тебя по-любому поймаю, Овен. Грей, жесть. Ты что, дурачок, фильм пересмотрел, что ли, какой-то? А сейчас останови, мне здесь выскочить надо. Останови, я здесь выйду. Давай. Стой, подожди, да я выхожу уже. Не выхожу, подожди, что ты делаешь? Не так заезжай, выхожу. По мне стреляют, не, по мне тулят. Кто тулит? Ты такой, черт, Овен, у меня как вообще с тобой рука пожата, скажи. Да ты что, под шкуру когда-то залазил, что ли, когда у меня хорошее настроение было? Да, сигнал безопасности, значит, да, открой дырка. А шалить, я по лицу этого мусора вижу, что это наш пацан. Ну, конечно, наш уже Мухаммад Аджирра зовут. Ты же кричишь, что ты наш им помогать сюда устроился. Ну, вытащи пацана вот этого тогда. Все, пойдем. Вот этого забери, сотрудника ОСПД, вот этого, видите, Леонардо, забери вот этого. Ты дурачок, это мой человек, он же от тебя заберет, же из Мухаммад работает. Я рад, гражданин в фиолетовом пуховике, остановитесь. Жопу закрой свою, Мухаммад, берешь его на себя пока. Возьмите право, только когда не телефон звонит, вас здесь. Надержанный будет. Мухаммад, ты же кричишь потом, что ты сюда устроился, чтобы нам помогать. Завяжи эту чепушилу, жесть. Надержанный, право хранить молчание. Не жда, не дай его, Мухаммад, что ты делаешь? Хорошо, Мухаммад. Работай, тайзером дай ему, Мухаммад, и меня на наручники снимай.
Мухаммад, ты заморозил, что ли? Ты Потапами на работе. Убери его, говорю. Хорошо, Мухаммад. Тайзер вытаскивай, тайзер. Тайзер вытаскивай, Мухаммад, тайзер. Нету, нету. А что у тебя есть? Скажи да как, братуху. Хорошо, мама. Завяжи к ПДшнику. Какой завяжи ПД? Белык, приколи, да ты белык в натуре. Вижу. Белык возьми, да у него наклык есть. Эй, Бакар, ты здесь, что ли? Да, да, здесь, бля. Здесь, здесь, все свои здесь, все хорошо. Конечно, а здесь тоже я видел, здесь. Эй, Мухаммад, засади да ему, братишка, что ты делаешь? Ай, лив, лив. Другого мне как, походу, да. Почему тебя повезли? Лахма, брат. Откуда я знаю, почему меня здесь повязали? Жизнь моя такая, повязанная. Уберу обратно в карман. У всех что здесь? У вас здесь главное правило, вы задержан. Задержан это ты здесь. Использовано. Брата, отпустите, да. Я вообще что за братишку приехал младшего. Права, какие права, дурачок, что ли ты? Использовано против тебя, это будет, когда я отсюда выйду, дурачок, ежок. Эй, балык, возьми да у него на клык. Какую территорию? Ты чё в натуре, дурачок, что ли? Он за мной ехал, он меня хотел забрать, эй! Да я не за тобой ехал вообще, что ты нашвыриваешь? Сейчас меня пожизненно посадят, за тобой как я могу ехать? Я вообще за другим, братишка, ехал нашим, Пабласа. Он адвокат, частный адвокат на самом деле, слышишь? Сотрудник. Наручники тоже сними. Адвокат он частный, запусти его, пусть. Вот таких нефоров лучше, которого там за решеткой. Какой частный, ты что, дурачок, что я тебе частный дом, что ли? Работает. А вы сотрудники любите шоколад Казахстан, там называется Казахстан. Ай, шоколад Казахстан. Может быть, есть, есть у меня, ребята, Баурум. Опущу я тебя Баурум, жесть. Шоурум. Сейчас прохлопаю все уровни одежды, после чего смотрю все содержимое кармана. Ой, тебя пожизненно. Сейчас Кеннеди убийство на тебя накинут, лахма. Кеннеди, жесть. Вон того нефора видите, вон там, который... На парковке. Вот таких надо сюда сажать. Потише выйти. Что там за нефар-то ходишь? В белом свитере, вон там, посмотри. А, это вообще забей. Он уже задержанный. Мы можем договориться, ребята. Сейчас вы отпускаете меня и моего кента. Вот-вот-вот, пока. И мы тоже смягчаем по отношению. Предложи ему денег и все. Не, я ничего никому не предлагаю. Я просто вот сейчас озвучу. Я озвучиваю. Деньги есть у меня сколько хочешь. Вот это здание и купить, шоколад. Продать. Я просто объясняю и, один момент. Вы сейчас нас двоих отпускаете. Господи, я ребят прошу, чтобы вас не трогали ни на трассе, нигде, хотя не, бы не, полчаса. Не, отпускаю, все. Все. Я понял. Ты у меня в разработке. Вы когда один день в подвал попадетесь, я тебе да говорю. Да ладно, тоже в разработке. Ну, что ты за знаешь. Слова отвечаю. Вот вы оба с этого ладно? Дня в разработке. Я серьезно вам я говорю. Я уже это слышу, уже 30 лет слышу. Уже. Ты отсюда 30 лет не выходишь. Посмотри, да иди хоть в барбершоп зайди, да дурачок же есть. Ты обзываешь сразу ты. Ты же правильно говоришь. Бля, если что, ребята, я производитель шоколад этот. Просто Казахстан. Смотри, тебя задержали, ты деньги предложи, тебя отпускают, и все. А ты... Мешается легко. Не, мы же можем на человеческих, обычные... на человеческих. Фантики, уст... фунтики. Давай я 5 тысяч долларов дам за нас двоих, сдачу разверни мне 4500, и мы поедем отсюда. А что ты хочешь 5 тысяч долларов, люди вместе с работой? За 5 тысяч долларов этого, знаешь, что можешь сделать? Ты даже машину не заправишь на эти деньги. Ничего себе, 5 тысяч долларов с меня, 5... Какие 5 тысяч долларов? Какие 5 тысяч считать не умеешь? 4500 я тебе предлагаю. Мне отдать 500 себе на карман взять. По 250 разделите между друг другом. Пабло, тебя отпустили, что ли, братишка? Не знаю, на 20 минут. Уходи, убегай отсюда быстрее. Офицеры, у вас чек на закрытой территории. Игнорировать будете или задержите? А шалец, здесь что, стриптиз-клуб или что? Юбку пониже колен хотя бы одела бы. Я в шоке, что здесь происходит, боже. Матриархат. На нее смотри, да как, братуху, я первый раз за полгода за вас васился, женатый человек. Сгинь, аузу, бля, жесть. Что за харамные движения? Я свобода, в шоке, слово, ты представляешь, да? Отпусти меня, дурачок. Что, тёлка, да, твоя, что ты меня даже отвезти решил, дурачок. Мне что-то пиздил поменьше, я тебя отвел. Отвел? Ты кого вообще отвезти, мужик? Скажи, я как братуху. Здравствуйте. До свидания, чепушила. В смысле, блядь? Я от Руслана Киева, ты, козёл. Закрой жопу, ты от Руслана, что ли? Не обессуй, братичка, иди отсюда. Всё, я не буду тебя спасать. Давай, иди. Короче, ребят, кто задерживающий? Можно вопрос? Я задерживающий. Задерживающий. Можно вас на пару слов? Я задерживающий. Говори здесь. Нет, здесь не хочу при остальных лицах. Я не знаю, являются они субъектом задержания или нет. Они не являются субъектом задержания. Сотрудник. Сотрудник. Ну, с агентов их туда этого не было. Ты кто вообще такой? Я покажу. Ты кто такой, говорит? Прикинь, да он... Я слышу. Я в шоке просто. Ой, Алексей Белюк, здравствуйте. Алексей Белюк же есть.
А Шини Рейна, меня еще не поставили на адвоката, что ли? Шини Аоки есть. Сотрудники, ну я бы там дал бы что-нибудь вам, ребята, отпустите до нас. Эй, при чем здесь сотрудники? Уберите эту девушку здесь, которая с открытыми коленями. Это что за беспредел здесь, я не догоняю. Что за аура тут она показывает, да? Представляешь, да, девушка управляет вот этими женщинами. И они здесь устроили беспредел. Это что вообще такое, я не догоняю? Это что в натуре? Что за стриптиз-клуб? Ее кто позвал сюда? Эй, время закончено, езжай на хату, ты что, марасишь, что ли? Тише, алло! Ты тоже тормози, да свитер купил себе же где-то в элитном магазине, исполняешь, что ли ты? Чего исполняю? Я сейчас тебя буду исполнять, говорю. Успокойся. Мы сейчас хотим решить проблему. А ты мешаешь. Так, ребята, здравствуйте, ребят, здравствуйте. Кто лишний, пожалуйста, покиньте территорию. Мне кажется, люди фиолетовым лишние. Эй, хотя бы перчатки снял бы, черт жесть, я даже уже об очках не говорю, когда салам даю. Стяните свое, это самое. Просто все, 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 давайте, ребята, на улице там поговорим немножко. Отпустите, да, на лаху, у меня. Там деньги дают. Деньги дают, и все. Вы можете быть граждане свободны. Все, спасибо. Спасибо, что... Единственная проблема, что я у человека документы найти не могу. У кого? У меня, что ли? Ты спрашиваешь у него, да, кто документы? Ты что, маразишь, что ли? Я? Ну, смотри, он тебя, если он тебя игнорирует, ты находишь документы у него и все. Он не может у меня документ найти, у меня паспорт закончился, дурачок, я в розыске, продлить его не могу. Ты вообще не шаришь, что ли, в этой теме? Это, успокойся. Все, понял, не обессуй здесь оборщину. Так, давай еще раз. Обыщу, собственно, прохлопаю все свои одежды, смотрю, все карманы задержаны. А зачем ты вас себя обыскиваешь-то? Он думает, я тебе говорю, у меня паспорта нет, он что качает? Ну там, типа, в Дуну надо ответить с большой буковкой и точкой в конце. Мне кажется, надо влево сейчас, ходи там. Откидывающего. Так, сейчас найду документы, после чего изучили. Эй, дурачок! Ты понимаешь, я даже на Рамадан, на священные земли не поехал, за то, что у меня документы закончились. У меня нету документов, я вот так передвигаю. Ты имеешь право жопу свою закрыть, очки снять и без перчаток салам давай в следующий раз. Это во-первых. Во-вторых, ты белуга, жесть. Отпусти меня, мне ехать надо, у меня катка сейчас будет на Кириллине. Ты кто такой, жесть? Гладко выбритая рожа твоя. Пойдем выскочим один на один на улице, я тебе покажу, кто я такой. Ты чё, ночью Джонни Кейджа фильм посмотрел, пришел на работу исполнять, что ли, хочешь? Мол, ты такой шериф, что ли? Карын здесь. Чепушилы здесь. На его каблуки лучше посмотри, да как братуху на РЧ взял, всем ходит, раскачивает, что он в ЦУМе одевается. Чепушок здесь. Выпусти меня, вот наручники зими, просто пойдем отойдем на железную дорогу. Все, перестань. Перестань, ты в натуре свой голос прокурил, либо тебе лет 45 и делать нечего, жесть, либо тебе 25 и ты обсадился. Так, ну, задержанного, задержанного из карлакна. На этого смотри, да как братуху фиолетовыми. Это не фиолетовый же, а оранжевый. Что красный пиджак. Бородач, который что-то записывает. И выбритыми висками какой-то черт белой рубашки. Ага. Извините. Так, Эй, вы что собрались здесь? Что в натуре? Зоопарк, что ли? Вы что, моросите, что ли? Отпустите меня. Сложи у него все нелегальное найденное при задержании. Сложи свой гнилой нрав в чемоданчик и выкини его в озеро, дурачок. Эй, не мороси, эй. А что ли ты подошел, как будто тебе лет 80, заговорил тебе лет 10, что ли? Дурачок, а тебя землей пахнет. Иди да умри где-нибудь, чтобы никто не видел. Найдено какие-то белые порошок. Неприятное это то, что ты здесь работаешь, все остальное бомбовое. Чё ты там говоришь-то? Камеру. Я говорю, жопу закрой свою, камеру. Да. Он вообще говорит, а не слышно там вообще. Не слышно, да. Вы все встряли, чтобы вы знали, вы все встряли завтрашнего дня. Тебя, ёжик, мы побреем. И куда меня привел, дурачок? Анализы сдавал я только недавно на это. Ну сейчас покакаешь, пописаешь здесь. Я сейчас на тебя в натуре покакаю и пописаю, дурачок же. Если с таких вещей прикалываешься, что ли? Смотрите, вот это первое. Я, конечно, прикалываюсь с тебя. С тебя же. Конечно. Ты же такой хамно, такой смелый. Такой хамно. Ты же такой смелый, когда я в наручниках, и вас человек 20. Ты что, внутри меня пугаешь, что ли? Именно так. Ты же такой смелый с толпой, нет? Мы же тебя поймаем, когда ты будешь, кого понимаешь? Кого ты поймаешь? Ты выезжай на трассу, поймаешь, выезжай, да? На трассу просто, ну, ты же отсюда толпой, не выходишь. Да. А ты что, не... Толпой, ну, толпа на толпу или один на один, я тебе же два варианта предлагаю. Или ты любишь, когда вас толпа, а я один. Ты пытай, правильно, кто не играет, слушай. Вот именно, ты без толпы никто. И закрой жопу свою, тиктокер же есть. Крис Такера, прошу, пожалуйста. Крис Такера знаешь, да ты? Конечно. Номер спрашивал, да, он твоих близких. Такер. Близкий здесь при чем вообще? На этого смотри, да он захавался, как мороси, чепушило, резь. Лаборатория ЛСПД. Че, косяки, что ли там, или че? Белый порошок, большой пакет. Ты закидывай здесь порошок, ты че, дурачок, что ли? Какой порошок? На страничке не пипит, пройдется. Если это сидоса не будет, придется на вас валять порошок, может, стиральный.
так далее. Ну будет ничего, короче, ничего страшного. Задержание. Всем пока. Из вас друг друга кто кого долбит? Скажите, как братуху или как сеструху. А зачем мы друг друга долбим? Мы по девочкам, все хорошо. Все натуралы, присутствующие здесь. Из натурального только это то, что ты черт, все остальное ненатуральное в тебе. Даже борода, которую ты наклеил. Даже виски, которые ты сбрил. Вон, даже обтягивающие брюки твои, бывает. Солнце лысь на солнце отражает, или что делаешь, не могу понять. По кайфу, наверное, разгаре, когда че в наручниках, да? Окей, зачилился просто, я тебя завтра отчажу. Да, я смелый, когда ты в наручниках, все, я смелый. Да, это понятное дело, мог не озвучил. Да, я такой, что поделать. Давай вайп, давай, давай, крашить вайп не будем, крашить вайп не будем, просто жопу закроешь. О, натуре пришел или из глотка выбритый мусор. Федеральное бюро вообще работает или нет? Слышишь, задержанный? Скажи да что-нибудь, я тебя прошу с обтянутыми брюками. Умеешь ли сжимать жопу так, ну, как мышцу знаешь, вот это вот. Ты прикалываешься, да, вот так сжимать ее. Он бай. В основном иголочки там ломает, как братуху на его голос масси кидает, это что за лобан? Да, вызывали федеральное бюро. Федерального черта вызывали. Я вызывал вот задержанного. Это ты же говорил, да, что федеральный черт победит? Не. Да. Что же вот такой страшный задержанный? Это с агентом бегут в улице. Че ты там мычишь? Заново переведи, да, на братичную. Почему от вас фибы бегут в ужасе? Потому что они знают, что с ними будет. Я гражданский. Да ладно, гражданский? Уверен? Гражданский, сядешь на кичу. Тогда на кичу сядешь, ну. Шучу, да шучу. Я сейчас удостоверение покажу, я не фиб. Какой болицонг? На эту свинью смотри, да что он делает, животное, бой, и они в городе за порядками следят. Только так и следим, нахуй. Ты за кем хочешь следить? Ты за своим ртом вонючим следить не можешь, дурачи. За тобой, бой. Ну все, отпусти. Я Рустама позову, Рустама шумяу уже, он тебе в рот плюнет, завтра приколимся и отлетит. За слова отвечаю, я тебя поймаю и Рустама шумяу заставлю тебе в рот плюнуть, чепушила, завтра приколимся. Вызвал по департаменту. Раза 4 или 5. И столько раз себе мужчину не смог вызвать. Ты их хоть что ли с одного раза вызвать? Дурачок же есть. Короче. Вы что, моросите что ли? Мне столько времени занимает. Ты изъяло знаешь, да изъяло. Сахтов. Кстати, сейчас откреплет бронежилет, зип-пакет. Он же за изъяло только что что-то качал. Возьми к себе, передай подышку. Могу тебя попросить ему розыск выдать, пока я его буду вести? У меня паспорта нет его. У меня его ID-карточка, я протяну тебе. А, давай, возьму ты. Ты дурачок, что ли? Какая ID-карточка? Мне ее даже до сих пор еще не выдали. А как это не выдали, скажи? Ну так не выдали, я сейчас документы подал, жду. А ну тут тебе написано Лахма Джексон. По какой статье там? Ты представляешь, да? По статье чертанул мусоров, напиши, да. Две статьи, 12, 12, 8. Да как есть, пиши, да, что за нелегал, не нелегал. Чертанул мусоров, напиши, да, там. На этого смотри, да на его шкеры, как братуху. А чё, без суда и следствия его так меня посадят, ты хочешь сказать, да? Если есть вопросы к моим действиям, подавайте на меня обращение в прокуратуру или иск в суд. Ты во мне чё, терпилу, что ли, увидел? Надо тебя куда-то подавать, ты я отсюда просто... Ты чё, что ли, блядь, дурак? Ты чё просто так наручники? Нелегального в камеру не пронесёт, сейчас осмотрю опять же все ваши карманы, также прохлопаю всю одежду, которая нас находит, штаны, куртка. Посмотрю под курткой, расстегну бы её предварительно. Ребята, шоколад в теме, Казахстан дам, ребята! Ты лучше вот так вот за ручку конвоируй, потому что его спиздят так вот, я тебе на опыте говорю просто. Да его уже в клетку заводить, все. Ну да, заводи. Так, ребята, я провожу процессуальные действия, отойдите, пожалуйста, на 5 минут. Выбью захват. Какой захват ты выбил? Я процессуальные действия пришел сюда. Да, слышишь. Да иди ты отсюда. Ну смотрите, что человек делает. А ты что делаешь? Игнорируешь мои тренировки, получается, или что? Откиньте нахуй его, слышишь? Ты, получается, негодяй, что ли? Щемсы, легенда! Вот и все. Так, пройдемте, наконец-то, вот это вам удобно будет? Да, посади большую камеру, ты дурачок. Большую камеру посади, большую камеру посади, большую. Открою дверь, закрой ноль свой. Сниму с него наручники и закрою за ним дверь. Я себя трусы сниму, когда отсюда выскочу, дурачок же есть. Сейчас наручники верну на пояс. Ну и все получается. Ну и все. Выход под залог. Солитую, надо, нет. Лахма, брат, мы с тобой, жесть. Выход под залог надо, нет. Какой под залог? Ты что, морозишься? Честь имею. Пойди, компьютер принеси сюда, мой же, из хаты. Я их завтра как отжарю за это. Ой, как я завтра их отжарю за это.